Мощная пыльная буря вновь накрыла автономный район внутренней Монголии на севере Китая. Густое облако пыли окутало городские здания и окрасило небо в желтый цвет. О надвигающейся стихии ранее предупреждала метеослужба Пекина. Ожидается, что буря, уже четвертая в этом году, в скором времени распространится на северную часть КНР. Гражданам рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости.